Аграрии Хабаровского края приступили к уборке сои. Пока убрано 503 гектара площади посевов. Намолочено 830 тонн сои с урожайностью 16,5 центнеров с гектара. По словам начальника отдела развития отрасли растениеводства, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства и продовольствия края Александр Никуленков, в этом году аграрии посеяли на 4000 гектара сои больше, чем в прошлом. Опыт показал, что выращивать сельскохозяйственную культуру выгодно. Соя хорошо продается и затраты полностью окупаются. Всего уборочная площадь составит 24 тысячи гектара. Мы ожидаем, что средняя урожайность будет выше прошлогодней, рассказал Александр Никуленко.